А что там, за гильдии шли некуда брать? Мы, по сути, ничего не снесли даже. Где как бы шамана нету. Пять крита, гера, тотемная СПД на всякие эти, на хосту для кастеров. Да вы на дизморале, блядь. Что там, пиздец, как бы, нахуй. А я тут как бы есть, а вы на дизморале. Без этой дизморали мы просто какую-то хуйню делаем, все при том. Да я тебе говорю, это решает пиздец. Нет, то вчера предыдущий трай. Последний было. Ну, блядь, так, наверное, сражали нам где-нибудь. Мы, кстати, тоже первый ПД мы не снесли, вот два часа долбили. Да я первый раз тут, я только уже за. Наверное, минут 15 вот последний раз умер. Я уже понял, всю хуйню это вообще хуйня. Не знаю. Наверное, диска ставить, да нет. Я раз просто поставился под звезду, попал в эту хуйню и сдох, блядь. И все. Бля, он графику захерил, реально стало бы второй нормально видно. Взгляните на мир моими глазами. Че? Обратно рожи дать? Да ничего. Дурак кидай. Да рога почти под десятка под барсами. Блоби герой, думал, вообще 12 дал бы. Забрал. Или зона. Звезда убила. Две звезды взорвал. Дота дожрали. А, так падаем. Слушайте, если не убьем, то сходим на острокрылую, пожалуйста. Хочу тут трени ебаную уже выбить. Он нас припёр, блядь. До завтра. Так завтра вроде должно быть 25-ка или нет? Блядь, я поставлю, я не знаю, мне Кованец чуть отвечает, не понимаю, почему он не поставил, но он мне вроде говорил, что пятница. Да, Гавай вроде говорил, что на пятницу вроде бы. Я поставлю, спать. Поставлю, зайду. События. Да, я буду завтра. До Бэра нет еще 3 минуты. Это 3 минуты с половиной. Если 3 минуты пройдет, осталось 4 минуты. Мы не убьем за 4 минуты его. В бою Бернишь.
Кому что, давайте сейчас пройдемся по этим, по боссам, которые нужны людям. Кому здесь еще нужно? Тарим нужен кому? Тринька с ним. Йох. Йоха, Тринька на тонко. А кипануться надо, чтобы Йоха на фулы здесь. Я шучу, вообще ничего не надо. Надо подождать. Блять, я хотел в Дискорде во времена ликануть нахуй, а у меня прав перед ним. Количество, а потом оно уже дает много меньше, чем нужно. Блять. Забрал. Мили. Блин, ох. Возле босса сейчас взорвется. А мы все зашли, бля, шот, наверное, в квартал. Я забрал. Это черный дыра на тоже дамажит, если че. Бар есть, дать ему бар. Зону. Сразу идите в сторону портала. Быстрее, быстрее, быстрее. Жизнь не может быть вечной. Ясно. Я не успел добежать. Прямо за портал. Тебе еще раз говорю, Слав, это ШП, это полная дичь. И тем более кидать доту, это просто, ну. Это даже чисто подумать нахуй, что. Да. Понимаешь, Мари, ты накинул дотки, мы ушли в портал нахуй, дотки тикают нахуй по звезде, а мы выходим в портал и звезда взрывается.
Или как сейчас было, нахуй, мы просто, мы заходим в портал, нахуй, и у нас звезда просто перед ебалом взрывается, и мы таких в портал 20% заходим. Нет, я тебе вообще... Когда мы первый раз зашли, мы зашли в портал на 20%. Тогда это был из офлоу. На третьем сорвалом это был Дубай. Сильные один на один. Больше не могу. На Алгалону шрудишь. На Алгалону надо идти очень охуенно подготовленным. Что в плане тактики, что в плане гира. Он только с пугами атаковал, блядь, на прошлом ходе. Да, ебать. Пуги пугам рознь, как бы. Ну, есть топовые какие-то люди, которые собирают просто. Пуга какого-то добирают, поэтому и закрыли. У нас Квин уходит, мне 50 минут осталось. Вы сейчас уходите? А, ну все, тогда расход. Ну, Квин уходит, не знаю, пишет. Но... Я не буду искать людей, типа, о, там пошли, там после робота, нахуй. Ну, два босса убито. Короче, смотрите, типа, на Алгалона надо приходить по-другому немножко. Не вот так. Давай, вот в понедельник, вторник или среду соберемся еще, донесем. Я думаю, по сути, мы вообще не снесли нихуя. Ты когда сможешь, Ютсо? Так, сейчас я посмотрю, значит, так. Ой, блядь. Вторник я на сутках. Понедельник, среду. Ну, вот кто, пусть любой день. Кто в понедельник и среду сможет? Давайте проведем рычаг, да? Кто сможет в понедельник, ставьте, ну, да. Понимаете. Кто не сможет, нет. Понедельник. Рычело, дох, так, ну, там, похуй, дох, да, понятно. Лириэль, сможешь понедельник? Дружусь, да. Смотри. Только скажите точное время, когда пойдем, и я подойду. Ну к часу, как сегодня. Так же, я просто грузился от Долорана и снова ничего нашел. Просто еще видишь, какая есть хуйня непредвиденная. Вот вы пойдете завтра, допустим, в Ульду, я завтра на сутках, и, допустим, у вас будет допронос. И вы его когда поставите? Это еще неизвестно, когда у вас допронос будет. Ну это тоже зависит от Гавайи, блин. Посмотрим. Вот. Ну короче, создай первоначальное событие на понедельник в календаре, блядь, чтобы все видели, чтобы ты типа первый статьи там, типа допронос, там, после робота, понятно? Ну, типа, а там уже разберемся. Типа давай вы завтра сходите и узнаете, когда у вас будет допронос. А уже от этого будем отталкиваться. Потому что если допронос будет в понедельник, я же не смогу эту десятку пройти. Надо же на допронос идти. Ну и так как бы все понятно, там люди потренились, но чисто я был против, если честно. Идти на Алгалон. Такое сразу сказал, пошли. Надо было Пуэнс идти. Ну, типа да. На будущее я не пойду, пока я не буду уверен в людях, то что, ну, я тут знаю, ну кого, ну, смекалка заебись играет там. У Эллады перс слабый, Лириэль первый раз вижу. Мораль, я уверен в нем, в Роге Тоге, остальных там, ну я не знаю, ну. Конечно, Квазивер, Квин, заебись игроки, ну тоже как бы. Тут чисто, что они Алгалона, блядь, первый раз видят. Вот если эту всю хуйню, параметры эти все подтянуть, что их одетость персов, твинков, она должна быть на... Ну, Алгалон, нахуй, это охуенный босс. С него шмот топовый падает. На него надо приходить в охуенном шмоте, в 20-м гире. В охуенном. А не в говна, не в, ну, в 13-м, 200-м, блядь. Что такое массовый рассылка? Так, 13.
Так, я, блядь, чё?